И, кстати, активное время провели накануне тюменцы и на набережной. Семейный праздник в честь 8 марта организовала региональная организация «Совет надежных отцов». Утренняя пробежка, веселые старты и катание на коньках стало в этот день уже традицией. Мероприятие отцы организовали для женщин, чтобы дать им время отдохнуть от семейных забот. Здесь ты погружаешься в атмосферу школы, детей, шума, вот этой вот энергии позитивной, положительной. Это очень супер. Конечно, это же прежде всего возможность детям со своими родителями, в первую очередь со своими отцами, провести совместное время вот такой вот, с такой вот пользой.